Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы переживаем непростые времена. Система международных отношений, выстроенная как вокруг нашей страны, так и во всем мире сейчас претерпевает кардинальные изменения. Для того, чтобы разобраться, что происходит сейчас с нашими международными отношениями, мы пригласили крупного специалиста в этой области. Я очень рад его вам представить. Пеньковцев Роман Владимирович, доцент, кандидат исторических наук, Институт международных отношений Казанского федерального университета. Здравствуйте, Роман Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители. Роман Владимирович, сразу скажу так. Я вижу, что сейчас вся система международных отношений, она переформатируется буквально на наших глазах. Происходят бурные изменения как в области стран, которые заняли к России определенную позицию. Происходят какие-то немыслимые изменения в области санкционного давления на Россию. Мы все понимаем, что это связано именно со специальной военной операцией, проводимой сейчас Российской Федерации на территории Украины. Пожалуйста, скажите нам, какие основные тренды и изменения происходят сейчас в международных отношениях? Ну, вы абсолютно правы. Действительно, сегодня мы живем в эпоху перемен. Вот, как говорится, не дай бог жить в эпоху перемен, но так вот происходит. Вот. Вообще, по идее, должны жить в системе, которая четко характеризуема. Она была заложена еще после Второй мировой войны, и мы ее называем Ялтинско-Потсдамская система. Вот. И когда завершилась Вторая мировая война и образовалась Организация Объединенных Наций, возникла, вот, собственно говоря, та система, которая по умолчанию действует и по сию пору. И в рамках этой системы были заложены ряд принципов, которые и по сию пору являются базисными, неизменными. Ну, в частности, уважение к международному праву, уважение к роли ООН в системе международных отношений, выстраивание взаимодоверительных, уважительных отношений между странами, не только, скажем, близко расположенными, но и, например, удаленными между странами разных континентов. Вот это все было заложено в рамках вот тех ялтинских, потсдамских соглашений, которые были заключены после Второй мировой войны. Но проблема состоит в том, что в связи с тем, что ялтинская система опиралась на роль двух ведущих акторов, СССР и США, она как бы при наличии двух этих акторов продолжала достаточно эффективно действовать. Но когда один из акторов, Советский Союз, разрушился по ряду причин, о которых мы можем далее поговорить, возникла вот та самая ситуация, о которой мы говорим. Соединенные Штаты, они посчитали, что мир стал только их. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма сказал, что наступил конец истории, провозгласил. И наступил так называемый однополярный мир, появилась одна страна, или вернее одна сила, гегемон, и все остальные должны были быть ее вассалами. Так ли это? Я бы не сказал, что однополярный мир был сформирован. Была попытка сформировать однополярный мир. Вот. Почему это происходило? Потому что Соединенные Штаты Америки, опираясь на целый ряд экономических преимуществ, на свое международное влияние, ну и на военный аспект тоже, они пытались диктовать свою волю всем остальным странам, включая Российскую Федерацию в 90-е годы. Вот. Какая-то часть стран эту их философию, их, так сказать, концепцию приняла и стала фактически вассалами Соединенных Штатов. Но целый ряд стран с этим не согласились. Ну, в частности, Российская Федерация в 2000-е годы не признала целый ряд тех принципов, которые Соединенные Штаты стали выдвигать. Китайская Народная Республика то же самое. Целый ряд стран Востока не принял. Да? КНДР. Ну и ряд других стран, которые мы можем перечислять, которые вот эту западную американскую идеологию ну, решили все-таки не брать на вооружение. И вот можем сказать так, что попытка построения однополярного мира она зашла в тупик на определенном этапе. Есть конкретные события, которые привели в тупик вот эту всю попытку построения. Это иракский кризис.
Вот. Это афганская война, которая, собственно говоря, поставила тоже американцев в очень сложное положение. И вот целый ряд других моментов в итоге привели к тому, что однополярный мир не был сформирован, но и ялтинско-потсдамская система, которая была заложена после войны, уже не могла действовать так, как она была задумана. И вот мы сегодня живем фактически в бессистемном порядке. У нас нет упорядоченности системы международных отношений. И вот это главная проблема, которая сегодня высвечивается и приводит к многочисленным потрясениям. Можно ли так говорить, что специальная военная операция, проводимая сейчас на Украине, она явилась достаточно мощным катализатором для того, чтобы скрыть все противоречия той системы, которую вы сейчас описываете, и подтолкнуть весь мир к переосмысливанию международных отношений на принципиально новых началах? Я с вами соглашусь, да, действительно так, потому что вот те изменения, которые протекают вот буквально в эти дни, в эти месяцы, они действительно вот имеют системообразующее значение, это безусловно. Вот. Почему? Потому что никогда прежде Запад и Соединенные Штаты, в частности, они не видели такого очевидного противопоставления их интересам. То есть все, кто до этого, ну, как бы, сталкивался с их интересом, предпочитали уступить. Вот. Но вот Россия вот на нынешнем этапе, Россия, кстати, тоже очень много уступала в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Мы очень много шли на уступки. Вот. Безропотно смотрели, как они бомбили Югославию. Ну, во многом. Не безропотно, но... Ну, что они делали в Ираке, по крайней мере, да. Ирак, Афганистан, да, вот как да. раз эти... Многие вещи мы предпочитали все-таки не конфронтировать с Соединенными Штатами по целому ряду причин, о которых можно отдельно говорить. Вот. Но вот на этом этапе я бы сказал, что никогда прежде вот, Соединенные Штаты не сталкивались с таким очевидным противопоставлением одних интересов их интересам, да, в частности, российских интересов, американским интересам. И действительно, вот сейчас ведь стоит фактически дилемма не о том, вот, будет военная операция завершена сегодня-завтра. Это вопрос именно о системности, что последует за этой операцией, какие будут международные последствия этой операции, они могут очень значительными быть. Вот. Поэтому это очень системное изменение, которое сейчас происходит. Роман Владимирович, вот ваш прогноз, куда двинется переформатирование этой системы? Вообще в системе международных отношений прогнозы вещь очень неблагодарная, вот, потому что, конечно, то, что вот происходит в 21 веке, оно, наверное, могло быть спрогнозировано только очень, большими фантазерами. Вот, в 90-е, 80-е годы, если бы кто-то нам начал рассказывать о том, что будет происходить в 21 веке, наверное, это была бы фантастическая книга. Вот, еще раз говорю, и мы с вами прекрасно понимаем друг друга, если бы кто-то сказал, что будет конфликт между Россией и Украиной, да, и проведение военной операции на Украине, например, 80-е годы или 90-е годы, это жизнь одного поколения, никто бы никогда не поверил. Да? И человек бы, кто это заявил, он бы как бы был совершенно не понят ни обществом, ни международным сообществом. Но это происходит. Это происходит в силу ряда причин. И для того, чтобы сказать о том, что будет, нужно понять, почему это происходит. Вот это главный вопрос, почему это происходит. А причины лежат не в плоскости каких-то конкретных практических событий, действий конкретно Украины против России. Какие-то казус белли там. Да, совершенно правильно. Не в этом дело. А дело в том, что работает целая... логика, да, то есть некая парадигма, да, которая сегодня очень сильно трансформируется. И ведь вот когда мы говорили о том, что Россия начинает проведение военной операции на Украине, ведь ни один из наших руководителей, включая президента России Владимира Путина, никто не сказал, что мы идем на Украину, чтобы отделить от нее часть территории, присоединить к себе. Не было такого сказано. Ведь в центре внимания был вопрос: ребята, нельзя в 21 веке навязывать и пропагандировать идеологию неонацизма. Нельзя. Всему есть барьеры. Да? Да, вы не дружественны к России. Но ведь Россия в данном случае не говорит о вопросе недружественности. Она говорит в первую очередь о концептуальном моменте. Неонацизм. Это явление, которое, если не пресечено на определенном этапе, может
взрасти до колоссальных размеров. Мы это видели в 30-е годы на примере нацистской Германии. Да? Понимаете? И поэтому при всем осознании того, что это Украина, это братский народ, и все это, как бы, это аксиомы, которые невозможно оспорить, еще раз говорю, и президенты, и правительство об этом постоянно говорят, но нужно каким-то образом было пресечь вот эту тенденцию. Это очень опасная тенденция. И если внутри этого государства не находится здравых сил, которые могут сдержать, да, сдержать сами, ну кому же тогда сдерживать? Ведь первый, кто пострадает, это будет Россия, ближайший сосед. Вот в чем проблема. Вот понимаете, я вас слушаю, Роман Владимирович, и удивляюсь вот Украине. Ну вот смотрите, они здорово пострадали во времена Великой Отечественной войны, когда было нашествие гитлеровских орд. Бабий Яр, прочие вещи, которые, ну, геноцид, политика геноцида, оккупационные войска Германии, которые проводили, вы понимаете, и есть историческая память, есть, в конце концов, даже люди, которые, там, их очень мало уже осталось, но они пережили этот ад, который там был. Почему у них возник именно вот этот... А самый что ни на есть, рафинированный такой неонацизм. Вот мы сейчас видим, скрывают эти там нацистские батальоны, заходят в базы их, и там сплошь и рядом нацистская символика, нацистская литература, все входят в нацистских татуировках. Почему это возникло на Украине с такой памятью, с такой исторической раной? Скажите. Вопрос очень сложный. Вообще нужно начинать разговор с того, что сама Украина очень разная. И нужно говорить о восточной области Украины, восточной Украине и западной области, западной Украине. Они исторически формировались как разные фактически цивилизации. Вот я бы так сказал. Потому что западная часть Украины — это территория, которая исторически находилась в зависимости от Запада. Вот это можно проследить и в политическом аспекте, и в религиозном аспекте, и в ряде других аспектов. Восточная же Украина, начиная с 17 века, это, ну, безусловно, неотъемлемая часть российской цивилизации. И это две разные вещи, да, две разные модели развития. И вот, к сожалению, вот, несмотря на долгий период вроде бы развития Украины, окончательного слияния так и не произошло. То есть не произошел этот nation building, не появилась единая нация украинцы как таковая, исповедующая одни и те же взгляды, одни и те же цели. Страна оказалась расколотая на два больших куска, и даже если вы посмотрите, как президентов назначали, то есть сегодня один президент, который представляет Западенщину, другой срок, другой президент, который представляет уже восток Украины, но в какой-то момент это все сломалось. Я так полагаю, это события 2014 года, так? Вообще, вот вы применили термин «западенщина», это очень интересный, кстати, термин, как раз и характеризующий, так сказать, определенный разлом в Украине по цивилизационному признаку. Вот что такое западенщина? Дело в том, что если мы возьмем события даже Второй мировой войны, вот мы говорим о проблемах нацизма, неонацизма, события Второй мировой войны. Восточная Украина сражалась, так сказать, действовала совместно с Советским Союзом, как неотъемлемая ее часть, и как бы большинство украинцев с Восточной Украины, они были, ну, патриотами. Советскими людьми. Советскими людьми, патриотами. Но ведь в Западной Украине немножко по-другому выглядело. Ведь в Западной Украине уже после того, как завершилось военные действия, и Германия капитулировала, действовали националистические, так сказать, организации. Чуть ли не до 60-х годов, да. Вы выкорчевывали все вот. Совершенно правильно. Которые стреляли в спину и, так сказать, российским солдатам, советским, да, солдатам, и собственным жителям, да, которые сотрудничали, работали с советской властью, понимаете? Вот это как раз и есть вот та самая западенщина, которая после войны действовала, и она сейчас продолжает действовать. То есть она и породила этот неонацизм? Конечно. Она никуда не уходила, по сути, исторически. Она там сохранялась, как вот цивилизационный такой аспект. И кроме того, ведь даже в годы Второй мировой войны
Уже это по хроникам видно. Самые страшные зверства ведь на территории той же самой Украины совершали не, даже не немцы. Ведь самые страшные зверства приписываются именно украинским националистам, которые сотрудничали, коллаборационистам, которые сотрудничали с германцами. Понимаете, в чем дело? Вот ведь откуда корни-то растут. Роман Владимирович, вот вы ярко и убедительно говорите о истоках нацизма на Украине. И очевидно, что очевидные военные преступления, которые происходили при пособничестве коллаборантов в территории оккупированной Украины в военное время, Великой Отечественной войны. А совершенно очевидно, та неонацистская плесень, которая сейчас вылезла, ее доказывать даже не надо. То есть были и факельные шествия, и издевательства над ветеранами было. Были формированы, то есть в отличие от всех стран были формированы, где есть элементы нацистских верований и нацистских убеждений, в отличие от всех стран мира формировались исключительно военные части, исключительно по принципу нацистской идеологии, по объединенной именно тем самым нацизмом. Вот мы сейчас говорим о национальных батальонах украинских вооруженных сил. И вот смотрите, мир это все видит, так почему же они это поддерживают? Не они, а ряд стран, я сразу оговариваюсь, ряд стран это все поддерживают, и для меня это непонятно совершенно. Вопрос тоже очень болезненный, очень острый. Вы абсолютно правы, вот процесс формирования вот этого неонацистского, так сказать, контента, он публичен, его нельзя было не заметить. Да? Вот буквально в прошлом году мне довелось выступать на очень серьезной конференции в Ялте по проблемам Нюрнбергского трибунала. Вот. И вот там представители совершенно разных стран, причем и европейских стран, так сказать, вот, выступали с материалами, которые демонстрировали вот как раз усиление вот этого неонацистского движения как на Украине, так и в некоторых других регионах, вот там, например, в Прибалтике. Да? И они, то есть граждане других стран, да, то, что европейских стран, они задаются вопросом, а что, как, почему наша власть, их власть не видит, что вот как бы такое происходит, почему дают попустительство такое, да? И вот путем вот, как бы дискуссий, обсуждений, которые проводились, пришли к такому очень интересному выводу, который говорит о том, что на самом деле удобно для целого ряда стран не замечать этого. Почему не замечать? Потому что чем сильнее будет развиваться вот эта идеология неонацистская на постсоветском пространстве, тем более этот регион будет уходить от сотрудничества с Россией. А для многих стран Запада это крайне важно, чтобы по периметру России, так сказать, возникал недружественный блок. И Украина здесь, ну, наверное, самый стратегический, так сказать, объект вот этих устремлений. Потому что вот этот, это славянское братство, славянский треугольник, да, Беларусь, Украина и Россия, это исторически сложившаяся общность, которую, в принципе, веками не могли разрушить. Но вот нашлись, еще раз говорю, так сказать, инспирологи, да, так сказать, которые смогли вот в 21 веке рассорить два народа, и вот мы вот видим вот такую вот страшную тенденцию. Вот вы сказали, страны Запада. Сейчас обсуждается, и мы видим целый блок стран, которым присвоили наименование «недружественная страна». Вот, многие путаются, что такое недружественная страна. Это которая проявила какой-то акт вербальный, то есть словесной агрессии в сторону России, или они что-то там поставляют, или они просто в военном конфликте поставляет какое-то снаряжение, оружие. Или это вообще страны, которые заняли нейтральную позицию? То есть многие путаются. И, пожалуйста, определите, что такое недружественные страны и почему вот они действительно так объединились в один блок и приняли прямо непосредственное участие, если можно это так говорить, именно в вооруженном конфликте между, как вы сказали, братскими народами.
Ну, сегодня в список недружественных стран, по-моему, входит около 50 стран, в основном это страны Запада. Вот. И, конечно, здесь речь идет не о каких-то вербальных высказываниях, сделанных в адрес России, потому что на основании каких-то таких вербальных высказываний политика России не выстраивается. Вот. А внешняя политика выстраивается на основании конкретных действий, недружественных действий, которые эти страны реализовывают в отношении Российской Федерации. Это могут быть различного рода недружественные действия. Ну, самое распространенное действие, которое мы уже знаем, начиная с 2014 года, это участие в антироссийских санкциях экономических. Да? Целый ряд стран ежемесячно, ежегодно усиливает экономическое давление, и у России не было других, собственно говоря, путей, как отвечать соответствующими действиями и тоже вводить против этих государств соответствующие санкции, и делалось это в соответствии как раз вот с тем списком недружественных стран, которые уже ввели санкции, если говорить об экономике. Если говорить о политической, военно-политической сфере, то это опять мы возвращаемся к нынешней ситуации на Украине, да, целый ряд стран оказывают военную помощь. Прямую прямо. Да, прямую военную помощь. И, соответственно, те страны, которые участвуют в поставках вооружений, направляют туда наемников, все эти страны попадают в список недружественных стран. Но я здесь хочу подчеркнуть очень важную вещь. На самом деле нет ни одной страны, которая попала в этот список, исходя из первоначальных действий со стороны России. То есть не Россия включила их туда по собственному усмотрению, она вынуждена это сделать в ответ на то, что уже сделано против России. Вот это очень важно. То есть постфактум, не какой-то да. Там... Не превентивный удар. Не превентивные действия, да. А уже они там просто буквально напросились, если да. уж говорить. Совершенно правильно. Как в уличном конфликте говорят, вот он напросился, чтобы мы вот просто вот взяли и на место его поставили вот, своими действиями. Я, уважаемые телезрители, наверное, обращусь сейчас к Роману Владимировичу с таким, может быть, наивным вопросом, но я вот одного не понимаю. Вот я не понимаю, вот идет конфликт, идет специальная военная операция, идут боевые действия. Подчеркну, идут боевые действия не с украинским народом, а с вооруженными силами Украины, с режимом, который сейчас снабжают все эти батальоны националистические, поддерживают неонацистскую идеологию. С украинским народом войны нет. И у нас идет специальная военная операция. Оговорюсь это. И вот происходит вот такого рода действия. Украина не относится ни к блоку НАТО. Она не является даже кандидатом блока НАТО. Она не относится никоим образом к Евросоюзу и даже не является кандидатом в члены Евросоюза. То есть это нейтральная страна для вот этих вот недружественных, которые сейчас попали в этот список государств. Это нейтральная страна. И по сути, вот как говорят во дворе, идут какие-то разборки. И в эти разборки все эти страны не должны были ввязываться по определению, потому что не ваш этот конфликт, и никто из этих членов этого конфликта не ходит в ваши блоки. Тем не менее, мы видим практически уже чуть ли не прямые уже действия этих недружественных стран, то есть поставка, уже договорились, что уже тяжелое вооружение, уже готовы ракетами снабжать, уже своих наемников посылают, вербуют туда. И вот мы видим, сейчас вот выкуривают там из подвалов Мариуполя каких-то граждан уже иностранных государств, членов НАТО, которые прям там участвуют. И, Роман Владимирович, вот почему они влезают вообще? Еще раз я вот этот наивный вопрос, вы уже его частично ответили сначала, но все-таки хотелось больше конкретики. Как так можно взять и влезть в чужую разборку? Вот опять же, нужно отталкиваться от хода истории. Да? Вот, когда произошел развал Советского Союза и появились вот независимые государства Российской Федерации, Украина, Беларусь, да, понятно, что главная задача стран Запада, она состояла в том, чтобы как можно дальше оттянуть от России ее ближайших
так сказать, традиционных союзников, партнеров, друзей. Да? Вот. И, естественно, вот эта пропаганда, во многом антироссийская, она велась и в 90-е годы, и в начале 2000-х. Вот. И пытались, еще раз говорю, и в тот период времени, и сейчас, любыми путями перетянуть вот, Украину, Беларусь на свою сторону, да? Чтобы это были режимы, которые не лояльны к российским интересам. Для чего это делается? Для того, чтобы любыми путями Россию оставить в одиночке на международной арене. Это как бы факт. Факт. Потому что сильная Россия Западу не нужна. Не нужна. Это нужно четко понимать. Если бы Западу нужна была сильная Россия, давно бы и Соединенные Штаты, европейские страны нашли бы компромиссные решения договориться по всем вопросам и урегулировать все имеющиеся споры. Но мы видим это на протяжении, еще раз говорю, всего 21 века, то есть 22 года, так сказать, уже 22 год идет, да? Россия постоянно предлагает Западу договариваться по различным аспектам. Но Запад этого не хочет делать. Потому что ему, еще раз говорю, невыгодно с Россией договариваться. И в этом смысле, что такое Украина? Это форпост, который приближает влияние Запада к российским границам. Вот отсюда нужно искать корни этой проблемы. Почему вот так происходит? Теперь к вопросу о нейтралитете. Ну, нейтралитет бывает разный, кстати. Мы знаем примеры, например, такого понятия, как вооруженный нейтралитет. Да? Тут разные аспекты могут быть. А другой вопрос — блоковый характер. Да, Украина не член блока НАТО. Да, Украина даже не кандидат. Но она демонстрировала на протяжении всего времени огромное желание туда войти. И более того, она обещала, что если она туда войдет, она разместит на своей территории базы НАТО, да, в том числе и ядерные базы. Да. И вот, конечно, такая политика Украины, она полностью устраивает западные страны. Но ведь юридически она так и не вошла, и даже юридически она не кандидат, юридически она никто. То есть, с этим я согласен, да. Если смотреть в строго правовом стиле, в правовом... смотреть правовой статус, она никто для них, и звать их никак. То есть ни Евросоюз, ни НАТО, но мы видим, что все два этих блока просто сейчас, можно сказать прямо, со всей силой бьют сейчас именно по России за ситуацию с нейтральной страной. Ну вот это вопрос как раз о том, о чем я говорю. То есть украинская политика на протяжении последних десятилетий была предельно лояльна к Западу. Я вот в начале нашей беседы говорил, что появились сателлиты западные. Да? И вот Украина — это один из самых ярких представителей вот этого сателлитета. Да? То есть подчинение своей политике интересам Запада. И в этом смысле они вот как раз и ориентируются на такой подход. Вот, Роман Владимирович, я вот так вот вижу, да, что та же самая Украина, вот, которая, там, казалось бы, приверженность она сейчас Западу демонстрирует, все это прочее. Но ведь это же следствие того, что та система ялтинско-потсдамских соглашений, она потеряла смысл, и когда договаривались, было несколько полюсов, и все происходило. То есть будущее Украины, оно должно было как происходить? Должны были всем мировым сообществом это будущее Украины решать, определять, спрашивать мнение другой половины мирового сообщества. А согласны вы с такой позицией, что вот Украина, да, она будет идти своими шагами к статусу члена НАТО, к статусу члена Евросоюза? Но ведь никто не спрашивает. Решили... договорились, на остальных наплевать, и Украина оказалась заложницей. Даже вот президент Владимир Владимирович Путин сейчас произнес, говорит, я просто в ужасе, что там, говорят некоторые деятели, что Украина будет до последнего украинца воевать с Россией. Хотя, еще раз говорю, это не война с народом, это война с режимом, который... милитаризирован, который оброс нацистским отребьем. Вот. И для меня это вот действительно загадка, наверное, и для зрителей загадка. То есть лом произошел
системы мирового порядка, системы мирового регулирования, договоренностей послевоенных. И новой системы нет, появились действительно страны, которые там и страны, и организации, которые решают за весь мир, что как делать, как быть. И вот яркий гегемон всего этого, хедлайнер этого движения США, вот, которое было одним из основных участников Ялтинско-Потсдамской договоренности. И я, Роман Владимирович, хочу у вас спросить, вот роль США, она все-таки определяющая сейчас в этом сломе всего, в этом, или все-таки уже выросли сателлиты, выросли партнеры американские, которые сейчас в равной степени участвуют. Мы видим, например, Байден сейчас в Киев не едет, а едет Джонсон почему-то, Джонсон хедлайнер становится. Или хедлайнером переговоров с Путиным не Байден выступает, и даже не Джонсон, а почему-то Макрон. То есть мы видим какую-то противоречивую систему этого единого лагеря, и американцы здесь не выглядят гегемоном именно по развязыванию недружественных действий по отношению к России. Угу. Так ли это? Вы же специалист специалист по Америке. Да, занимаюсь изучением Соединенных Штатов уже 30 с лишним лет. Вот это действительно так, с разной степенью успешности, потому что страна очень сложная в понимании. Но вот на этот вопрос есть целый ряд таких, я бы сказал... Он сумбурный вопрос был, да, уж извините. Я постараюсь его разложить по нескольким составляющим. Угу. Ну, первый вопрос, он состоит в плоскости того, испытывает ли кризис сегодня Ялтинская Потсдамская система. Безусловно, она находится в состоянии острого международного политического кризиса. Это безусловно. Вот. И мы видим это и на примерах того, что Организация Объединенных Наций действует очень непоследовательно, нелогично. Вот. Это проблема очень большая. Если говорить по Украине, вот вы сказали о том, что никто не спрашивал, куда идти, о чем договариваться. Да? Я вам скажу наоборот даже. Да? Ведь когда происходил процесс развала блоковой системы, биполярной системы, да, СССР и США, ведь Советскому Союзу, а затем Российской Федерации четко обещали, что НАТО расширяться не будет. Давались гарантии, так сказать. Но опять же, Запад дает их хитро. Он дает их в устных заявлениях, в переговорном документах процессе. Документов-то не было подписано. А вот когда начинает говорить ему, что вы же ведь публично обещали, да? Причем эти записи сохранились, они есть, эти заявления переговорные. А они на это говорят, а вот в документах-то ведь нет подписи, да? Соответственно, ну о чем мы сейчас говорим? Вот эта вот казуистика западная, она очень для них может самих печально обернуться, потому что нужно все-таки отвечать за свои слова, да? Не нужно вот как бы заниматься вот этим, так сказать, казуистическими действиями, да, выявлять. Вот здесь вот мы писали, а здесь мы не говорили, а вот так. Но это неправильно. Это, во-первых, не украшает самих политиков западных, вот, во-вторых, дискредитирует ЦЕРН, международное право и систему международных отношений. Вот это вот большая ошибка. Это первый вопрос. Поэтому не только не договаривались, но еще и вопреки договоренностям действовали по вопросу расширения НАТО. Вот. Второй вопрос связан вот, с пониманием того, как вот все это сегодня будет развиваться, как это будет происходить. Ну, Соединенные Штаты, безусловно, сегодня остаются лидером. Вот хотим мы того, не хотим, но вот все страны Западной Европы, они постоянно оборачиваются назад и смотрят, а что там за океаном скажут, а как там скажут, как среагируют. Другой вопрос, что Америка сегодня сама находится в состоянии сильнейшего кризиса внутриполитического. Вот, потому что Соединенные Штаты — это, безусловно, неоимперия. Это империя, которая очень сильно потряхивает изнутри. По расовому признаку, например, по экономическому признаку. Вот. По расовому признаку мы прекрасно знаем, какая проблема черных и белых в Америке. Вот. По экономическому принципу Америка самый большой кредитор в мире, да? то есть кредиты самые большие, государственный долг самый большой у Соединенных Штатов Америки. Да? То есть ее тоже доллар сегодня это фактически бумажка, которая печатается в долг перед другими третьими странами. Понимаете, в чем дело? Поэтому и тем не менее, вот несмотря на такие внутренние потрясения, они остаются лидером западного блока. Но у Америки есть еще одна большая проблема. За долгий период времени американской истории у них нет
ни одного ярко выраженного политического лидера, который смог бы, ну, так сказать, вот, каким-то образом принимать ответственные решения. Вот если мы начнем отсчет где-то последние 20-30 лет, каждый последующий президент в Соединенных Штатах по масштабам своего авторитета, по влиянию был более слабым, чем предыдущий. Понимаете, в чем дело? И вот нынешний пример президента Байдена. Это называется докатились. Да, это уже, так сказать, уже к какому-то абсурду приближает, потому что человек реально плохо понимает многие моменты, происходящие вокруг него, ему постоянно подсказывают кто-то что-то откуда-то, понимаете? Это очень странно. Но ведь мы знаем другие примеры. В Америке были выдающиеся президенты, которые не боялись брать на себя ответственность и договариваться. Ну, возьмем Франклина Делано Рузвельта. 17 лет непризнания Советского Союза. Никто не хотел признавать. В Америке говорили, это государство, которое мы никогда не признаем. Пришел сильный президент, Франклин Делано Рузвельт, проанализировал ситуацию, понял, что нужно договариваться, сели за стол переговоров и договорились обо всем. Более того, потом совместно разгромили нацистов во Второй мировой войне. Сталин, который вообще к западным политикам относился очень недоверчиво, он говорил, что единственный политик, с которым я бы, условно говоря, пошел в разведку, с кем бы я мог сотрудничать, это президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт. Вот такие примеры были, понимаете? А нынешняя вот администрация, одна за другой, она мало того, что она непоследовательна в своих действиях, так она еще и не хочет ответственность брать и постоянно пытается кого-то, значит, направить такого, чтобы себя, значит, не подставить, но чтобы манипулировать. Вот поэтому, Макрона там туда. Да, поэтому мы сейчас видим, что явная роль Соединенных Штатов, она затушеванная, они в тени. Выступают все тяжелые грязные дела, начинает брать на себя уже там Макрон, берем Борис Джонсон, уже сейчас к ним уже достаточно складывается тяжелые отношения. Вот Макрон сейчас уже, не знаю, выиграет, не выиграет второй тур выборов во Франции. И вот эта вот слабость президентства, института президентства США, она и, по вашему мнению, как раз и является вот источником вот этого затушевывания, стремления не лезть, а управлять через более как бы сказать, витальных, более жизненных президентов. Манипулировать ими, по большому счету, манипулировать. Потому что ответственность, в конечном итоге, ляжет на них. А Соединенные Штаты могут опять сказать, мы не хотели, вот так получилось. Да? Понимаете? Вот это очень некрасиво для такого мощного государства, как Соединенные Штаты. Так нельзя действовать. Я уверен, вот почему-то у меня есть такая уверенность, что если бы в Соединенных Штатах на этом этапе пришли к власти рационально мыслящие силы, во главе с сильным руководителем, то, проанализировав текущую международно-политическую обстановку, они бы пришли к выводу, что сегодня нужно договариваться всем. Надо договариваться и разруливать те острые моменты, которые накопились вот за последние годы. Вот, в принципе, чего ждет международное сообщество. Но пока таких сил в Соединенных Штатах нет. Вот это вот очень большая проблема международных отношений. Наш телезритель задаст вопрос, а как же Трамп? Трамп, предыдущий президент Соединенных Штатов Америки, при котором, кстати, несмотря на всю его яркую такую харизму зашкаливающую, но при нем, по сути, не было военных конфликтов и не было каких-то прям вот откровенных военных эксцессов, не было конфликтов и дипломатических крупных. Вот, вроде бы Трамп, может, он спаситель Америки? Вы понимаете, политиков нужно оценивать не по харизме, не по громким заявлениям, их нужно оценивать по реальным действиям. Вот если мы объективно взглянем по тому, что делали Соединенные Штаты на протяжении последних десятилетий, то мы увидим, что в отношениях России, как ни странно, самый, конструктивный момент был настигнут в начале 2000-х годов, когда Джордж Буш-младший с Владимиром Владимировичем Путиным смогли разрулить целый ряд острых конфликтов, в том числе совместно боролись с терроризмом в Афганистане, и достигли больших эффектов. Другой вопрос, что дальше было серьезное осложнение, да? Но первоначально это было самое, тесное сближение. Президент США приезжал в Россию, гостил у Путина, Владимир Владимирович ездил туда, там его принимали очень хорошо. Потом все начало ухудшаться.
Следующий президент, если мы посмотрим, Барак Обама, тоже достаточно начал хорошо, сделал заявление о перезагрузке отношений, подписал договор СНВ-3, вроде бы все тоже пошло. Но дальше ситуация еще хуже стала, чем при Буше. Пришли к чему? Пришли фактически к началу санкционной политики против России. Трамп. Очень много громких заявлений, что надо договариваться, надо договариваться. А что по факту? Ни одного крупного соглашения не было подписано. Санкции как вводились, так и вводились. Украина как шла своим дебильным путем. Совершенно правильно. Никаких практических шагов, ну нет. Ну да, он где-то громогласно о чем-то говорил, но результата-то нет. Ну а Байден, я уже сказал, то есть я считаю, что это, ну как бы уже ситуация приближается к политическому абсурду. То есть речь идет не о конкретных личностях, а именно о той силе, о той идеологии государства-гегемона. Говорят, какое-то даже глубинное государство в Соединенных Штатах Америки существует. Я уж промолчу про конспирологические теории, там Ротшильды и прочие, какие-то темные силы. Но все-таки меняется президент, а курс остается прежним. И даже ухудшается, если брать в отношениях с Россией, ухудшается. Даже не прежним. Но дело в том, что здесь не нужно конспирологии. Есть понятие «establishment». Есть надстройка, политическая верхушка. Да? В Америке, не будем скрывать, есть понятие аристократии политической, которая была заложена чуть ли не еще не в начале 20 века. Ведь семейства правящие американские мы можем перечислить пофамильно. Тафты, Рузвельты, потом, значит, Кеннеди. Это же все кланы. Это аристократия, которая была заложена чуть ли не после войны за независимость, она продолжает править по сию пору. Так вот это и есть как раз реальный истеблишмент. Никакого заговора даже тут не надо искать. Тот самый deep state. Да, совершенно правильно. Вот если эта группа ответственных, так сказать, политиков займется реальным анализом того, что происходит, выдвинет лидера, который понимает, что дальше-то ведь идти некуда, дальше-то уже Третья мировая назревает. Ведь надо же уже, надо садиться за стол переговоров. Вот это нужно дождаться. А мы-то предлагаем, он, Владимир Владимирович, даже в этих условиях говорит, мы с Западом готовы договариваться, но паритетно. Давайте договариваться паритетно, чтобы вы уважали наше мнение, а мы готовы уважать ваше мнение. Давайте договариваться на таких основаниях. Вот о чем речь-то идет. И даже мы сейчас видим какие-то попытки договориться, вот переговорный процесс с теми же самыми украинским руководством, он стартовал чуть ли не с начала специальной военной операции. Никаких договоренностей, постоянное виляние, постоянное что-то, тот не так, эдак не так. И буквально даже вчера Путин заявлял, что опять очередные у них изменения произошли по выдвигаемым требованиям, по прочим условиям переговоров. И эти все требования появляются после визитов соответствующих западных лидеров, после встреч. То есть, наверное, все-таки переговоры должны быть не с господином Зеленским, а все-таки с более его реальными хозяевами, его реальными господами. И все равно переговоры, даже, вот смотрите, прислали какую-то Австрию, личные переговоры с Путиным. Все равно его это, понятно, что он не сам по своей тоже поехал, вот, его принимали, и Путин принимал канцлера Австрии не так вот, нечего делать, или там хотелось познакомиться, какие-то верительные. Понятно, его выбрали, он поехал. Но почему выбирается не самое передовое политическое лицо в том же самом блоке НАТО или в том же самом Евросоюзе, а, Владимир Владимирович? Я думаю, что это вот как раз ответ на тот вопрос, что он реально сейчас договаривается, а Запад не хочет. Вот. Нет воли, нет желания. Не понимают того, что, видимо, ситуация настолько поменялась, что Россия не пойдет на попятные. То есть, может быть, думают, что все еще остались вот какие-то такие вещи из 90-х годов. Это еще немножко нажмем, не дадим там, условно говоря, продавать что-то куда-то. И вот опять, значит, придут, значит, поклонятся опять. Ну, изменилась ситуация, нужно это принять. Роман Владимирович, они же видят, что санкции не действуют. Народ только еще больше начинает сплачиваться. Они же вводили это уже в 2014 году. И они продолжают вот биться в ту же дверь, в ту же стену. Лбом пытается ее прошибить. Но ведь уже сколько лет прошло? 8 лет. Все было ясно, как. То есть ясно, как у нас страна на это реагирует. Как реагирует высшее руководство. Не
То есть никаких там переворотов, бунтов, там, чтобы революции не наблюдают за все это время, но продолжается одно и то же, одно и то же. Откуда такое упрямство? Я считаю, что это недальновидность политическая. То есть нет, понимаете, в каждом политическом истеблишменте должны быть силы, которые способны рассуждать здраво. Сейчас, я так понимаю, в западном истеблишменте таких сил нет. То есть они работают по накатанной. У нас есть экономический ресурс давления, у нас есть, условно говоря, исторически сложившаяся там, группа сателлитов, да, и вот мы будем через них, значит, реализовывать свои интересы. Вот. Но они не понимают, что тех, на кого они давят, ситуация тоже может измениться. Понимаете, тоже может измениться. Вот. И вопрос-то в том, что ведь даже уже не только Россия не готова, так сказать, принять условия игры, которые они предлагают. Ведь уже целый ряд других стран им об этом говорит. И Китайская Народная Республика говорит, что не будем по вашим правилам играть, ребята. И арабский мир начинает. Арабский мир начинает от них дистанцироваться. Африка вообще практически единым блоком выступает. Все, совершенно правильно. А они все вы, как говорится, это, да, все в те же самые ворота, да, значит, бьются. Пока они это будут делать, будет эскалация. Как только придет, понимаешь, что нужно договориться, нужно пересмотреть тот базис, на котором вы выстраиваете принципы международных отношений. Нужно сесть, договориться, и тогда многие конфликты начнут уходить назад, то есть откатываться. Начнется эпоха разрядки, как мы говорим, нормализации отношений. В принципе, ведь мы ее хотим. Это главная задача. Никто в мире войны не хочет. Ни Россия не хочет воевать, ни Украина не хочет воевать, я имею в виду, ну, как бы масса народа. Ведь им же никому не хочется, чтобы гибли жены, дети, никому это не надо. Все хотят мира. Но мир должен быть таким, чтобы он был, во-первых, прочным, надежным, да, ответственным, гарантированным, понятным по логике реализации и, самое главное, справедливым. Вы посмотрите, Первая мировая война из-за чего была? Несправедливый мир. Вторая мировая война — несправедливый мир. Понимаете? Вот ведь нам не нужно, чтобы нам опять была какая-то большая война из-за несправедливости мироустройства. Нужно сделать справедливое устройство мира раньше, чем грянул вот этот большой гром в виде войны. Вот это нужно сделать. Вот это очень важно. Вот в чем дело. То есть мы должны ждать появления мудрых политиков или мы должны ждать, когда отрезвляющие итоги каких-то внутренних процессов, происходящих в той же, например, Франции, повлияют на политиков. Вот сейчас мы видим выборы президентские во Франции. Идут ноздря в ноздрю, чего раньше не было. То есть не было никаких шансов у той же Ле Пен подойти так близко действующему президенту Франции. И идти с ним прямо вот ноздря в ноздрю, это означает, что еще и общество поддерживает именно такое, говорит президенту действующему Франции, одумайтесь, посмотрите, займите более конструктивную позицию. Мы сейчас тонем от цен на бензин, у нас нет удобрений, мы сейчас проваливаем посевную и так далее и тому подобное. Пожалуйста, одумайтесь, ведите себя конструктивно по отношению к Российской Федерации. Займите позицию по прекращению вот этой всего этого конфликта. Но США та же система. США сейчас мощно поднимается. Тот же Буш на критике, совершенно справедливой критике, неспособности Байдена вообще управлять сейчас страной. И поднимает голову вот эти реднеки. Вот этот весь пояс консервативной Америки, пояс штатов, который всегда был и стоит за правые ценности, против вот всего этого левого движения. И куда ни посмотри, везде одни и те же процессы начинают происходить. И дают ли эти процессы надежду, что все это изменится? Ну, дело в том, что система западного управления, она опирается на то, какую роль будет играть общество. Вот. Если в обществе будут нарастать тенденции, которые явно дают импульс в пользу того, что нужно договариваться с Россией, власть вынуждена будет реагировать. Вынуждена, у нее нет другого варианта. Иначе эта власть не будет власть. Они не могут игнорировать это. Это невозможно. Это невозможно. Сама система, на которой опирается западная демократия, она как бы подразумевает, что вы должны слушать тот импульс, который исходит снизу.
А внизу люди ориентируются, опять же, на что? На свои потребности основные. Да? Если, извините, на Западе никогда не было там перебоев с продовольствием, начиная со Второй мировой войны, а сейчас они ее видят, да, что не хватает хлеба, не хватает масла, не хватает там каких-то удобрений минеральных, да, для выращивания сельскохозяйственных растений. Они прекрасно понимают, что, видимо, власть делает что-то не совсем то, что нужно для общества. Понимаете? И вот этот импульс нужно слышать, иначе эта власть просто перестанет быть властью. У них сейчас идет борьба холодильника с их пропагандой, которая демонизирует Россию, говорит, что там Россия должна быть разрушена, остановлена, но холодильник и там счета на заправках, ситуация в продовольственных магазинах, а уж скоро даже и счета за тепло пойдут, и перебои с электроэнергией. Вот холодильник все-таки должен взять верх. И не только холодильник. Вот Соединенные Штаты, я уже сегодня говорил, это большая такая неоимперия, да, ведь это по сути так. Но эта империя сегодня это колосс на глиняных ногах. Ее изнутри трясет страшно. Я еще говорю, по расовому аспекту, по аспекту, связанному с экономикой. Чем больше Соединенные Штаты будут игнорировать то, что происходит внутри государства, и проецировать все куда-то там на Россию, там, на Китай, еще на кого-то, в конечном итоге закончится тем, что вместо единого федерального государства Соединенные Штаты будет какая-нибудь конфедерация. А может, вообще не будет такого государства. Будет какие-нибудь 3-4 государства. Государство белых штатов, государство черных штатов и так далее. Такой прогноз, кстати, выстраивался неоднократно, потому что те же самые Соединенные Штаты, они не могут по национальному признаку развалиться, но по расовому признаку они могут развалиться. И вот если, еще раз говорю, постоянно педалировать вопросы за 1000 километров и не обращать внимания на то, что у тебя происходит. На внутреннюю повестку. Конечно, для тебя это первое закончится очень печально. Вот это вот нужно понять. И переключить свое внимание на собственные вопросы, и уметь договариваться с теми, кто находится далеко. И та же самая, наверное, точка зрения должна работать и для Франции, и для Великобритании, где тоже не все в порядке, не все благополучно, несмотря на то, что это достаточно такая богатая страна. Тоже в Германии мы сейчас видим тоже непонятное совершенно заявление нового немецкого канцлера. И тоже идут движения, идут. То есть даже та же самая система, что да, они сейчас вот сталкиваются с большим наплывом беженцев из той же самой Украины. У них и так уже миграционные кризисы, внутренние противоречия, связанные с миграционной политикой, всю эту Европу трясут. Так же, как вот в Америке, вы тоже вот сказали, что там по расовому признаку, но здесь проблема мигрантов из Европы каждым годом все хуже и хуже. Сейчас добавила бензина в этот костер Украина, и никаких решений пока внятных не предлагается, как это все ассимилировать, как это все нормально вплести в свое же общество. И мы видим уже во Франции тоже уже общество раскалывается, если смотреть по этим результатам. Результатом выборов, и мы видим, что сильны уже, та же Испания трясет со своей Каталонии, сколько уже происходит, только усиление всего. И, наверное, то же самое для Европы справедливо, что внутри идет раскол, внутри идут сильные события, которые могут вырваться на поверхность. Я с вами абсолютно согласен. Дело в том, что вообще ситуация в Европе, она ведь очень печальная. Последние 20-30 лет Европа вымирает. Демографический кризис. Вот. И поэтому понятно, откуда берется проблема мигрантов. Все это предельно понятно. Вот. Если вы, извините, не плодитесь, не размножаетесь, да, то ваше место займут другие люди, которые будут там жить. Вот. А я вот хочу здесь сказать о том, что насколько все-таки важно то, что в России вот эта демографическая политика сегодня более стала взвешенной, продуманной. И вот рост рождаемости, который намечался, ну, если не брать, опять же, пандемию, mm-hmm. которая несколько, mm-hmm. это же очень важная тенденция. Вот. Когда видишь, что в семьях трое, четверо детей рождается, это же очень важно. Это говорит о том, что государство, оно усиливается. И вот этот аспект очень важный, его нужно помнить.
Вот. А Европа, еще раз говорю, она потихоньку теряет те позиции, которые у нее исторически были сформированы, как в демографическом смысле, так и в политическом смысле. То есть рано или поздно найдутся силы, которые предложат конструктивный ответ на все эти противоречия, что в США, что и в Европе. И вся система международных отношений, которая сейчас демонстрирует просто, ну, просто провал, по ряду аспектов, она все-таки станет чуточку здоровее, чуточку обретет здравый смысл и станет все-таки именно той системой, именно международных, именно отношений. На этой оптимистичной ноте, с верой в надежду в будущее, я, завершая нашу увлекательную передачу, хочу поблагодарить. Спасибо. С большим удовольствием благодарю нашего гостя, который сегодня был интересен и который действительно был сегодня лаконичен, красочен в описании сегодняшней ситуации. Большое спасибо, Роман Владимирович. Я с удовольствием еще раз представляю, с нами сегодня в студии был Роман Владимирович Пенковцев, кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений Казанского федерального университета. Ну и я прощаюсь с вами, журналист Казанского федерального университета Альберт Беглов. Всего хорошего. Спасибо, коллеги. Спасибо, уважаемые зрители.